К сожалению, на этой неделе произошло резкое увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ситуация неприятная, но нами была ожидаемой, потому что все больные находились под медицинским наблюдением, и по отношению к ним были предприняты все предусмотренные регламентом мероприятия. В рамках личного контроля на текущей неделе проверил готовность медицинских учреждений к приему больных. Провел совещание с волонтерами, которые активно помогают тем людям, которые сегодня остаются дома. Проверил поступление средств индивидуальной защиты, которыми мы снабжаем в первую очередь врачей, волонтеров и тех, кто активно работает по обеспечению режима самоизоляции. Работаем над тем, чтобы поддержать граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, субъекты малого и среднего бизнеса и остальные субъекты хозяйственной деятельности, которые пострадали от текущей ситуации. Мною вчера на эту тему подписан специальный указ. Правительство работает над тем, чтобы реализовать меры, предусмотренные в указе, а также решения, о которых говорил президент страны. Также на этой неделе были и приятные новости. Первое – это то, что мы предварительно договорились о реализации специального инвестиционного контракта по производству тракторов средней и малой мощности на производственных площадях Чебоксарского тракторного завода. Кроме того, утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской республики, на которую будут выделены в ближайшие 4 года 5 миллиардов рублей. О конкретных мерах по ее реализации расскажу на следующей неделе.